Евразийский научный форум стал одним из брендов университета. Вот уже 6-й год он собирает исследователей со многих стран мира. По словам ученых, форум – это площадка для изучения развития европейского континента, его территории, отношений и международных связей. Все это необходимо для того, чтобы создать лучшие условия для выгодного взаимодействия друг с другом. Я думаю, следует идти по пути взаимовыгодной, прежде всего, экономической интеграции. Интеграции, которая позволит ощутить выгоды от нашего взаимного наличия. Ведь что такое был Советский Союз? Это был один большой завод. Каждая республика в нем представляла собой некий цех, который, собственно говоря, выполнял ту или иную задачу. Вот. Все это во многом утеряно, растеряно, и сейчас предстоит все это воссоздавать. На форуме, помимо исследований, связанных с российскими территориями, был представлен калейдоскоп научных трудов об интеграциях в Казахстане, Афганистане, Корее и Иране. Участники форума нашли проблемные точки соприкосновения, объединяющие многие государства. Идея взаимодействия с государствами евразийского пространства очень широко распространена в Иране, и это, можно сказать, один из внешнеполитических приоритетов Исламской Республики Иран. Взаимодействие с евразийским пространством для Ирана представляет большую важность с точки зрения общих вызовов и угроз, которые исходят. На протяжении 2 дней участники форума услышат выступления представителей различных научных школ, узнают новые точки зрения, идеи и подходы специалистов мирового масштаба. Алина Хангареева, Руслан Юсупов, Универньюз.